У нас состоялся аукцион, уже стоит сказать, что это второй аукцион, который в этом году мы провели по ремонту дорог. Соответственно, в первом аукционе результаты были не состоявшимися, его переиграли. Второй аукцион, тот, кто у нас победил, это комплекс «Строй», ачинская фирма, те, кто делали ремонт на улице Арбузова в прошлом году. У них есть вопросы с банковской гарантией, мы их признали не победителями. Соответственно, второй у нас был в этом аукционе ДРСУ, у них вопросы с оформлением документов, соответственно, ДРСУ тоже у нас уходит. Третий аукцион у нас фирма господина Мамедова, тоже город Ачинск. Соответственно, предварительная информация, что контракт они будут заключать, соответственно, это их право заключить муниципальный контракт или отказаться от участия в аукционе. Если они отказываются, то будет новый аукцион. Соответственно, 6 числа запланирована встреча с руководителем этой организации на уровне главы города, и уже тогда будет понятно, кто заходит на ремонт дорог в городе Назарово. Потому что участок у нас очень ответственный, большой. Это центральная улица города. И асфальт у нас не простой, марки А или марки Б. У нас асфальт типа ЩМА. Это асфальт, который могут делать только специализированные предприятия, такие как комплекс «Строй» и ДРСУ. А вот третья организация, которая, ну, может быть, с ней заключен контракт, у них есть свой асфальтовый завод? У них есть свой асфальтовый завод, но по поводу того, могут они произвести ЩМА или нет, это вопрос большой, но никто не запрещает им, естественно, приобретать у сторонней организации. В любом случае у нас заложено порядка 100 тысяч рублей на проведение экспертизы асфальтового полотна после проведения ремонтных работ.